Zavey switched channel to guest room 5 on the server. Everyone hold this objective! Charlie 6, this is Bravo 5, Pascal. Stop her to this position! Yeah, Oscar, requesting fire mix night call. Give us AG-7 at this position! Hold this objective! 3, 2, 3, 4, 5, 1, это чувак с пулеметом с танка стреляет. Да ладно, у меня патроны кончились, что ты хочешь сказать? Идите нахуй! Ты видишь, перестрелка идет, вот интересно, кто с кем стреляется. Блять! Нихуя себе! Вот это, блять, я понял, про какой Андрюха говорил там. Андрюх, а ты нормально себя чувствуешь? Я заебись, я там около танка бегал просто. Я понял, не успел. Да ладно, блять. Летело. Танк левее, пацаны, прям подъезжает в упор. Если вы здесь сидите, рядом. Блять, пиздец. Да, слушай, а как сменить тип патронов-то, может быть, он, это... Вон, прямо там дымится, дымится, видишь? Видишь, закидывают его, это, на 12 часов, на час даже. Mm-hmm. Где развалины эти, там танк. Да, понял. Он, видишь, дымится. Во-первых... Там... Смотри, конечно, я посмотрю на час, как ты сказал. Слева, что-то мельтешило. Думаю, что слева... Блять, это рефлексы, сука, в дыму. Меня сейчас, меня так могут подбанить в дым, блять, рандомить. Вы, сука, выстрелить не могу. Я просто наобум начал стрелять туда. Блять, убегаю, ухожу. Бля, тут ящики с гранатами делают на спавне, это, блять, вверх, конечно. Мэп дизайна, это просто необходимый элемент. Блять, нахуй если скопилось нахуй народу. Эй, ты, немецкая шумовина! Сука, 7.24, блядь. О, холера, przepraszam. Что это такое? На площади кар. 98 шутся. Эй, ты, немецкая шумовина. Нормальный утмуке, гада. Так есть. Ебать, бедра нахуй. Ты я-то отстрелил его, да? Да, да, да. Все, сиди тут, сиди тут. Я наверх пошел. Давай, хорошо, пойдем наверх. Берем. Все, взяли, молодцы, блядь. Да? Тут, мать твою. А хуй тебе, Матеуш, блядь. Пидорас, ёб твою мать. Мы чуть-чуть вместе сыграли, блядь, и пиздец, сразу они соснули, хуйца. Саша там угорает. Пойдем со стылов, с Коля, вот здесь стылов. Погоди, погоди, секунду, да я перезаряжусь. Здесь, Коля, война. Знаю, знаю, что здесь. Матеуш, блядь. Или Флорин, или Матеуш. Блядь, это был ты.
Бля, как он меня в дым убил? Я не понимаю. Я сам себя не видел, блядь. Я своего хуя не видел в дыму. Как он меня увидел, блядь? Блядь, Баркрач, что он делает? На, сучий ты, Поттер. Саша, пошли со мной. Саша, развернись, пошли со мной. Да, назад. Конечно, конечно. Все. Давай. Я в следующее здание прохожу. Надо точку захватывать, в точку зайди. Я это тут точка тоже захватывается, следующее здание. Хорошо, окей. Чуть не дизанул нахуй своего, блядь. Сав, чуть тебя не убил, блядь. Уже начал нервничать. Тут прокинул гранату, все. А, нет, смотри, сзади, Сав, ты чё, сзади, ты не видел его, что ли? Алло? Не знаю, хуя себе. О, баланс, как мне хорошо прикинул. Теперь-то я вам всем на это самое... На орехи раздам. Раздам. Сейчас. Я знаю, где Олег. Действительно. Почему бы я, блядь, не могу не попасть, а вот что ты за попал хуйня, один раз, блядь. Ну так в пятку, так что. Да какая хуета, а? Ну что за хуета, блядь? Я же попадаю четко, блядь. Почему эта хуйня так идет, блядь? Все, я беру сапёр на лопатку, на попу. Бегу на тебя. Отомстил, Фарч, это же выпал оружием. Ты себя подрывал, что ли? Я выдернул чеку и захотел почесать левой рукой голову этому пипловеру. Он меня убил, у меня граната выпала. На помощь. Сзади. На крышу, я думал, в этот залетит. О, как раз, блять, вот детка прилетел. Там этот поляк. Ой, блять, еще одна. Последний момент увидел. Он там до сих пор. Да. Ой, это ААС был. А поляк где? Там же, вижу. Он там, он в самом углу, он в самом углу. Помнишь, когда я кидал угол, когда я кидал гранату, она в самый угол отлетела. В этом углу он стоит. Но сейчас у вас неправильная информация. Ну, по крайней мере, он когда меня там убил. Что за хуета? Ну как я в тебя, Сав, не попал ни разу, блядь? Возвращаешься? Да пиздец. Почему я не понял, не попал, блядь? Как эта хуйня работает? А ну-ка, блядь, ну ты как? Хватит ползать, блядь, встань! Дерево спасай. Дерево, блядь. Сука. О, блядь. Ну, попал таки. О, Шуца получил пизды, блядь. Центурион получил пизды, блядь. Кто еще хочет получить пизды? Тут хочет... Я слева от тебя. О, бля, осторожно, там аутизм, блядь. Он тут везде. Саш, пойдем со мной, Саш. Я за тобой. Я слышу твои потные вздохи. Пошли, побежали. Бля, пробегай, клумба, пробегай, беги, да. Ой, хорош. Ты живой, Саша, еще? Да, по мне стреляли. Спереди. Все, хорошо. Шел тут, пока ныкаемся, передыхаем. Сейчас я передохну. В дом забежал? Там. Нет?
Нет, тут нет, я что-то не хочу. А вот да, заходи в дом, да. Там какой-то, блядь. А, фу, блядь. Там какой-то, сука. Блядь, это почти как с этим, с, этот, блядь, с Джоном, да? Я тебя похороню. Блядь, ты вообще смотришь за мной? Нет, такой, пошли за мной. Я прям перед тобой бежал. Да там другой вход в дом, господи, откуда я помню, что... Я в этот же дом зашел, прям секунду назад, до тебя. Я понял, но... А, надо на НП написать, а то тебя кикнем, да. Ну, да. Может, налево пойдем брать точку, нет? Давайте слева попробуем, хорошо, давайте слева. Ну, я вот уже налево. Нет, справа можно было, и Саша меня первый раз не застрелил бы, блядь, мы там рашанули бы, все взяли, блядь, ну... Да, конечно, это Саша все. Ну, блядь, ну, Саш, ну, ёб твою мать, ну, куда ж ты в меня стреляешь? Ну, ёбаный рот, ну, ты пришёл бы, мы отдохнули бы и рашанули, ну, ёбаный рот, а. Скисает какой-то мужик в шортах, блядь. Я с прошлой карты помню, что мужик в шортах, убивай. И... Ты заменил просто Колю. Это триггер. Это ничего не... Я обычно на Колю ору, потому что он меня гранатами взрывает. Это и... эффект утенка, ничего не поделаешь. На правом холме, там шутся, и там еще несколько человек, по-моему, с ним. А, вы убили все. Хорошо. Блять, ОМОН. Бля, граната, пиздец. Мне пиздец, блядь. Бля, мне пиздец, сука. Сам свою гранату мою взорву. Получил пизды, блядь. Пидорас. Блядь, аутизм. Убил. Фарция, пизда, фарция, блядь. Ты, сука, зарезал. Двух пидоров зарезал, блядь. Ах, вы сукины дети. О, неплохо. Андрюха, не могу прикрыть, перезаряжаюсь. Левый фронтовик. Он бреги, жить сюда, он тебя будет резать. Спасибо, Коля. Мы его бутербродик взяли. Да-да, бутербродик, сука. Бегут, Олег. Там много. Прям тебе бежит на танка. Прям за танком, сука. Прям за танком справа. Олег, беги туда с штыком. Да, вот режь его, Олег. Олег, режь его. Я его застрелил, Олег. Я его застрелил. Я просто смотрел на этот пиздец. Не-а. Так, мы лево, Коль, с тобой держим. Блять, тут прямо ползает. А, это кустики, нахуй. Ты прикрываешь, нет? Нет, это не кустики! Справа проходи. Это не кустики, блядь, это фронтовик на меня смотрел. Граната, блядь, ну ты прикрой, скажи, что ты умер, блядь. Нет, я живой, живой. А, он гранат просто откинул. Ты его убил? Нет, я Матеуша зарезал. А, Матеуш был, все. Блядь, я чаще не резанул, нахуй. А амбар уже наш или я не наш? Я сижу на первом этаже амбара. В амбаре чисто, за амбаром все пацаны, есть присутствие тут. Мне нужно, чтобы вижу. Подхожу, ну сколько? Там снизу подходит, осторожно. Я знаю, у меня нижний этаж, просто я тут с винтовкой, я боюсь, что... Подходите, пацаны, мне нужно очень ваша поддержка. Сука, сука, всех сил бед. Сука, блядь, сука! Минус. Я спокоен. А Саф уже прибежал, сейчас я подбегаю к Саву. Я ему резанул руку, вырезал из него винтовку. Он у него взялся в руки блядский панцир, и он разнес меня в клуски. Я не знаю, он умер, нет? Амбакис. Там это где? Из дорога от амбара. Там небольшой бункер стоит. По-моему, вот справа туда. Если я правильно понял, о чем идет речь. Блять, нет, беги, Колечка, беги! Сейчас бункер уже подбегает, немец. И фронтовик из амбара так и выбегает сразу. Перед амбаром фашист. Уже нету фашиста этого перед амбаром, я его разнес. Это фронтовик был. Блять, точку захвата нужно быстрее взять. Мы сейчас возьмем килпас. Быстрее. Мы бежим. Забежать быстрее. Ну,
слева от дома. Блять. Берди, блять, получил пизды нахуй. А? Минус один свой. Колумба получил пизды, блять. О, Скай, блять. Отличные гранаты. Я умею, умею, не переживай. Все как идет. Могёшь? По плану. Воздержи сегодня от гранат. Что-то сегодня гранаты не прут тебя. Идут. Бежит, бежит, хуйня. Че такое? Здравствуйте. Черт. Блять. О. Так, тут где-то лежит. Тело где-то лежит. Гранат откидывает. Ой, блядь! Тихо, 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 тихо! Тихо, блядь! Тихо! Ай, блядь! Немцев дохуя! Калюня! Режь, блядь! Молодец, Калюня! Я не мог стрелять, боялся тебя убить. Блядь, это жесть была. Я видел это со стороны, да. Блять, как я пересрался, ёпта.